Алексия Карпатонского исповедника Иоанна Угольского, Федора Правного, Праведного Иоанна Кронштадтского, Блаженной Матроны Московской, Ксении Петербургской, Ижего святых Стефана и Амфилохия, епископа Владимира Волынский, священного мученика Анатолия, митрополита Одесского, Патрия архиепископа Тверского, Александра Потовинского, Максима Горловского, святителя Иннокентия, епископа Иркутского, преподобного мученика Макария, архимандрита Лаврушинского, Афанасия Игумена Брестского, преподобного Варлаама Печерского, Николая Святоши, князя Луцкого и Черниговского, Федора Островского, лучший исповедника, святых благоверных Юрия Дивневны, Вольшанский, Иоанна князя Владимира Волынского и всех святых, земли Волынской и Галицкой просиявших, святых и праведных Бога Отец Иакима и Анны, и преподобных и богоносных Отец наших, и Авая Антиохия, Плодотворцев, святые Лавры, сияние Живо святых, святых отцев, стража Вселенского собора, мученика Василиска, мученика Иоанна Владимира, князя Сербского, священного мученика Михаила Пресвитера, блаженного Павла Таганрогского и всех святых, молим Тебя, Бога, милостивый Господи, услыши нас, грешных, молящихся Тебе, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, Oh, you're so brave, you're brave, you're brave.
Yeah.
помилуй, пречистая Владычицы нашей Богородицы, Преснодевы Марии, силы честного и животворящего Христа, предстательства и архитратика Божия Михаила и всех честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, и же во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого, Григория Господа, Иоанна Златоустого, и же во святых отца нашего Николая, архиепископа Мирвидийских чудотворца, и же во святых отец наших, первосвятителей Киевских и Сиаровских, Петра Алексея Ионым, Макария Филиппа Ева Ермогена Тихона, митрополитов Филарета Иннокентия Макария, святых, славных и добропобедных мучеников, святых новомучеников и исповедников церкви нашей, святых царственных сластотерпцев, святаго благого великого князя Александра Невского, преподобных и боносных отец наших Антоний, Феодосий и прочих чудотворцев Киево-Печерских, Сергия Гуменорадонежского, Серафима Старовского, Феодора князя Острожского и всех святых земли Волынской и Галицей просиявших, святаго праведного Иоанна, протопресвитера Кронштадта и Блаженной Ксении Петербургской и Матроны Московские, святых и праведных Богоотец и Акима и Анны, преподобных и боносных отец наших, Иова и Антиохия, чудотворцев святые Лавры сия, и всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрий нас кровом крылу Твоею, очини от нас всякого врага и супостата, умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благи человек Божий. Молитесь о человеке Божьем.
Царство Твое, будь воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный дашь нам есть, и остави нам долги наши, а яко же и мы оставляем должникам нашим, и наведи нас на искушение, но избави нас от лука Бога. Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Oh.
благодати человеколюбием, любим, всегда ныне присно и во веки веков. Аминь. Слава Богу.